Друзья, а вы любите нашу балтийскую килечку? А вы любите соленую балтийскую килечку? А вы сами ее солите? А мы солим сами. Сами любим, сами солим и сами кушаем. И того же и вам желаем. Если уж говорить об эстонских национальных блюдах, здесь нельзя не упомянуть любимую всеми эстонскую свинину. Кто же откажется от хорошего и смачного запеченного кусочка мяса? Вот и я не стала отступать от этих традиций и тоже запекла в духовке.